Казанская модель Организации Объединенных Наций – это масштабное и долгожданное событие для студентов, которое проходит в Казанском федеральном университете уже в пятый раз. Ежегодно участниками становится более 200 студентов, которые представляют различные вузы нашей страны, а общее количество делегатов за все года превысило отметку в 700 человек. С 30 по 2 апреля будут проходить открытые лекции, тимбилдинги, работа в комитетах, где каждый сможет выступить со своими заявлениями и пожеланиями. У нас три насыщенных дня. Сегодня торжественная церемония открытия. Также делегатов поведут на лекцию в один из корпусов нашего Казанского федерального университета. После состоится тимбилдинг. Делегаты больше познакомиться друг с другом, узнать друг друга лучше. Мероприятие традиционно началось с торжественных приветственных речей представителей науки и правительства. Ролевую игру посетили консулы Туркменистана, Узбекистана и Казахстана в городе Казань. Казанские молодежные модели ООН и ЮНЕСКО – это уникальные площадки. Они организовываются для проведения дискуссий, дебатов с целью выявления широкого спектра интересов, позиций, мнений, которые присущи для наших студентов. Последующие дни пройдут не менее продуктивно. Планируются заседания, разбор актуальных событий, а также написание резолюций и внесение поправок в них, а после голосования за итоговые проекты. Казанская модель Организации Объединенных Наций дает уникальную возможность получить опыт и решить насущные проблемы. Модель является замечательной возможностью попробовать свои силы, так сказать, уже на практике. И действительно выйти, скажем так, в поле и попробовать выступить, отстоять свою точку зрения и потом в конечном итоге, так сказать, прийти к подписанию резолюции по результатам этой модели. То есть это великолепный опыт, который вот дает получить Казанский федеральный университет. Напомним, что данное мероприятие реализуется с 2017 года. За 5 лет международного сотрудничества проведен ряд моделей Организации Объединенных Наций и ЮНЕСКО в партнерстве Московского государственного института международных отношений, Российской ассоциации содействия ООН и Казанского федерального университета. Карина Саяхова, Луиза Закирова, Александр Кузнецов, Универньюз.